сегодня мы зажжем третью свечу Адвента. И она очень важная, эта свеча. Очень важная. Это свеча пастухов. Я приведу вам только одно место Писания. В начале Иисус, когда видел толпы народа, Он жалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Они были изнурены и рассеяны. Знаете, слава Богу за Иисуса Христа. Слава Богу за Иисуса Христа, за то, что отступило рассеяние. За то, что отступила эта пустота человеческих душ. Иисус смотрел на свой народ, на верующих в Него уже несколько сотен лет, ожидавших Его. И вот Он сказал людям, которые изучают Слово Божие, Он сказал о них, они рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Знаете, давайте откроем Евангелие от Луки, вторую главу, с первого стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинию Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обреченной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. И, увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохранила все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аминь. Когда я читаю об этом, я могу подчеркнуть две вещи. Первое, о чем я хотел бы поговорить сегодня, кто родился. И вторая вещь, о которой бы я хотел отметить, кому было это явление? Кому было это явление? Знаете, на самом деле это просто потрясающее событие, которое совершилось во всем человечестве. Оно настолько великолепно, оно настолько прекрасно, оно настолько восхитительно, потому что родился Спаситель. И знаете, когда я думаю о том, кому Он явился, я удивляюсь еще больше. Я удивляюсь, что Он явился пастухам. Кто были такие пастухи в народе израильском? Во-первых, сам народ израильский в свое время все были пастухами. Но вот ко времени рождения Иисуса Христа, те самые пастухи, которые были на поле, они стали считаться нечистыми людьми. С ними не особо-то церемонились, их не считали особо-то верующими, потому что они должны были быть у своего стада, они должны были быть с овцами, они должны были быть там, где не надо было быть в субботу, они были там, и сам еврейский народ относился к ним так, ну, они, конечно, часть Божьего народа, но знаете ли, ну, они не соблюдают всех заповедей и всех предписаний. Но вот что удивительно, друзья, это просто потрясает, это просто восхищает, что Бог послал своих ангелов к этим простым людям. Он послал ангелов не какой-то группе книжников и фарисеев, Он не послал ангелов
к первосвященникам, которые пасли целый народ. Ангелы пришли к простым людям, которые были ночью в поле, и Он возвестил им великую радость. Он сказал им: «Не бойтесь». Он сказал им: «Радуйтесь». Он сказал: «Посмотрите на знак». Знаете, это просто восхитительно, то, что произошло там. Ангелы возвестили весть пастухам: «Посмотрите, родился Спаситель». Родился самый главный пастырь. Вы, пастухи, посмотрите, вы увидите его еще в младенцем, но вы увидите, он упасет свой народ. Он будет пасти свой народ. Посмотрите, идите поклонитесь ему. Ему нет места. Ему место нашлось только в яслях, но он будет пасти весь народ. С его приходом придет радость. С его приходом отступит страх. Придите. Родился самый главный пастырь. Знаете, я хотел бы обратиться к вам и показать вам, кто такой Иисус. Я хотел бы, чтобы мы все вместе открыли 22-й псалом, который большинство верующих знает наизусть. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитках и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину, и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Знаете, слава Богу, скажите, друзья, на это. Господь мой пастырь. И если Он твой пастырь, то ты можешь сказать: я не буду ни в чем нуждаться. Я не буду нуждаться. Знаете, то, что я увидел в этом отрывке, просто восхитительно. Знаете, в чем мое восхищение? Это говорит не просто человек. Это говорит царь. Я поражен тем, что царь в чем-то нуждается. И я поражен вторым моментом тем, что царь нуждается в Боге. Давид нам показывает великий пример. Мы должны смотреть на Бога, как на пастыря, как на того, кто ведет наши души за собой. Давид показал нам, что пастырь совершает три вещи в нашей жизни. Первая вещь – пастырь нас ведет. Наш Господь, Он нас ведет. Знаете, самое великое, что может быть в твоей жизни, что ты не сам бредешь по этой судьбе. Ты не сам выбираешь. Пастырь ведет тебя. Пастырь ведет тебя. Ты идешь не в одиночестве. Однажды один человек, он находился в сложной ситуации, и он сказал в молитве: «Боже, мне кажется, мне так трудно, и я такой одинокий. Мне кажется, что я эти трудности преодолеваю своими силами, и мне так больно и тяжело». И Бог дал ему сон. Этот сон настолько восхитительный, что я запомнил его и так часто себе напоминаю. Вместе с собой я напомню и вам. Этот сон очень прост. Этому человеку снилось, что он идет по берегу моря, и он видит, что две пары следов идут рядом. И он не видит, он видит и понимает, одни следы – это его, а вторые – это Иисуса. И он говорит: как здорово, и они идут и общаются, и так восхитительно. Но вот он увидел одни следы, и он проснулся. И он сказал: «Господи, Господи, это несправедливо, в это время я чувствую себя в таком одиночестве. Это ты оставил меня, и я иду один». На что Господь ему сказал: «Сын мой, не переживай, это не ты идешь в одиночестве, это я несу тебя на своих ладонях, я несу тебя на своих руках. Может быть, тебе очень сложно, может быть, очень тяжело, но Бог нигде в своем слове не обещал, что путь верующего усыпан розами. Бог сказал в своем слове простые слова: узок путь и узки врата». И знаете, верующие всегда идут узким путем. За что же мы должны благодарить Бога, как доброго пастыря? Ты не идешь один по этому жизненному пути. Если бы ты шел без пастыря, с тобой случилась бы на самом деле беда, потому что никто не смог бы помочь тебе в твоем горе. Слава Богу!
Бог ведет нас. Второе, что делает пастор, он защищает. У пастора есть власть защищать нас. Он заповедовал ангелам охранять тебя на всех путях твоих. Ангелы ополчаются вокруг боящихся Господа. Он защищает тебя. Он защищает тебя постоянно. Иногда некоторым кажется, что может это как-то не особо. Но я, друзья, напомню вам, что наш пастырь Иисус, когда Он пришел на эту землю, Он не просто защитил нас, Он защитил нас собой. Он взошел на Голгофский крест, Он был распят, и на третий день Он воскрес. Он шел по этой дороге, по Виа Долороса, Он шел в полном одиночестве. Он шел, и когда все смеялись над Ним, Он продолжал идти ради того, чтобы защитить тебя. И когда ты сегодня живешь в этой жизни, знай, что основание для твоей защиты – это Его жертва. Бог защитил тебя, Он защитил тебя своей оградой. Каждый верующий находится под защитой Бога. Каждый, кто прикоснется к нам, будет иметь дело не с кем-то, а с самим Господом, потому что Он наш пастырь. Наконец, очень важный момент – Бог кормит нас. Бог обеспечивает тебе всем. Знаете, я вспоминаю историю, которую услышал Иисус одного епископа. Он вместе со своей семьей пережил гонения в советские времена. И он рассказывает о том, как его папа сидел в тюрьме, и они с мамой, с братьями, они поехали к нему в тюрьму. И у них был маленький кусочек сыра. И они единственное, что могли везти, этот кусочек сыра. У них не было практически ничего, что поесть. И они вот отрезали, и этот кусочек сыра не уменьшался. Слава Богу, друзья, Бог заботится о нас, Бог питает нас. Сколько мы сегодня слышали благодарений. Сколько сегодня я встречаюсь с верующими, и они говорят, Бог помог мне. Сколько раз я слышу, Бог дал мне работу. Бог дал мне образование. Бог дал мне друзей. Знаете, когда я говорю о том, что Бог кормит нас, знаете, как важно, что кормежка – это не просто, что тебе принесли бутерброд с сыром. Иногда нам не хватает общения. Иногда нам не хватает дружбы. Иногда нам не хватает еще чего-то. Но Бог заботится обо всем этом. Знаете, поразительно, как часто Бог посылает своих людей, которые просто пробивают брешь наших сердец. Я вспоминаю историю, которая произошла со мной в Санкт-Петербурге. Я находился в подавленном состоянии. Пастора иногда переживают это. И знаете, я шел по улице Питера, и я опаздывал на какую-то конференцию. Я бежал мимо Казанского собора. Я просто бежал, я знал, где-то здесь метро, где-то оно должно быть, но там где-то надо спускаться, и я пробежал мимо. И мне сказали, тебе, парень, бежать еще, ну, в общем, в одну сторону столько же и в другую. И я решил мимо Казанского. И вдруг у Казанского собора отделяется от толпы человек. Толпа нас идет, нас много таких куда-то спешащих. И выходит человек, и он говорит, молодой человек, я бегу, я могу вас спросить об одной вещи. Я такой говорю, нет, но спрашивайте. Я очень спешу, я спрошу очень быстро. Вы веруете в Иисуса Христа? Я, да, я верую. Могу я спросить вас еще об одном? Вы покаялись в своих грехах? Я бегу. Он бежит рядом. Футболисты меня поймут. Он пытается отобрать у меня мяч. Опередить меня. Я такой, я думаю, ну надо побыстрее идти. Да, я покаялся. Вы выходили вперед на покаяние? Я говорю, да, выходил на покаяние. Вы исповедовали Иисуса Господом? Я говорю, да, я исповедую Иисуса Господом. Слава Богу. Я такой, ну все, думаю, все. Он говорит, простите, могу я вас спросить еще один вопрос? Я говорю, могу. Можете, можете, спрашивайте. Он говорит, вы крещены в воде? Я говорю, да, я крещен в воде. Он, могу я вас спросить еще один вопрос? Крещены ли вы в воде с полным погружением? Я говорю, да, я крещен с полным погружением. Вы крещены во имя Иисуса? Во имя Иисуса. А во имя Отца и Сына и Святого Духа? Я крещен. И так я крещен.
Я говорю, слава Богу, мы бежим. Он такой, простите, могу я спросить еще один вопрос? Крещены ли вы Духом Святым? Я говорю, да, я крещен. Он говорит, слава Богу. Могу я спросить еще один вопрос? Крещены ли вы Духом Святым со знамением говорения на иных языках? Я говорю, да, я крещен Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Он говорит, слава Богу. Могу я спросить еще один вопрос? Служите ли вы в церкви Христовой? Да, я служу в церкви Христовой. Он сказал, слава Богу. Могу ли я поинтересоваться, кем вы служите в церкви Христовой? Я пастор. Слава Богу, да благословит вас Господь, брат. В эту секунду я вдруг понял нечто необыкновенное. Бог так заботится обо мне и кормит меня. Он послал человека, который не был равнодушен ко мне, в незнакомом городе. Один мой друг говорит, это был ангел. Я не знаю, встречались ли вы с ангелом, я встретился, он хороший, но дотошный. Я 8 раз хотел от него, он долго приставал, я сказал только самое краткое, он расспросил все обо моей жизни. Вдоль Казанского собора. Для кого что этот Казанский собор означает? Для меня встреча с человеком от Бога. Бог так заботился обо мне. Мне плохо. Он вывел меня в Питер. Друзья, Бог привез вас на собрание сказать потрясающую вещь. Бог ваш пастор. Слава Богу. Хотел бы обратиться к вам. Является ли Иисус вашим пастырем? Когда мы понимаем о том, что Бог является пастырем, мы должны принять пасторство Божье. Как мы его можем принять, через какие вещи? Их несколько, они очень простые. Первое, через Божье Слово. Бог питает нас Словом Божьим. Обращайтесь к Библии. Бог говорит со своим народом через Священное Писание. Друзья, откройте Библию. Бог начнет с вами разговаривать. Начните читать. Начните погружать свой разум в мысли Божьи, и вы поймете, насколько Бог любит и заботится каждого из вас. Найдите несколько минут в день, чтобы сосредоточиться на том, что Бог думает о тебе и твоей жизни. И ты увидишь, как много доброго Бог имеет сказать к тебе. Второе, через что Бог ведет нас, Он ведет нас через Дух Святой. Как я благодарен Богу за этого молодого человека, которую Бог вывел на улицу. Знаете, как мы благодарны за каждого, кто пришел к нам в трудный момент. Кто-то услышал голос Святого Духа. Кто-то услышал. Я вспоминаю истории, когда люди приходят и просто говорят, ты проповедовал, и это меня изменило. Я иногда говорю, простите, это точно я сказал то, что вы сейчас говорите? Он говорит, это точно ты сказал. Я запомнил это наизусть. Мне иногда кажется, что это очень красиво, то, что они говорят мне. И мне кажется, я никогда до такого додуматься не мог. Простите, это правда? Знаете почему? Я понимаю, иногда просто Бог говорит к вашему сердцу. Через какого-то человека. Я вспоминаю историю в своей жизни. Я нуждался в помощи от Бога. И я взывал. И я взывал к Богу. И Бог послал мне людей. Они пришли и просто помолились за меня. Они просто возложили свои руки и стали молиться. Они были ведомы Духом Святым. Мой друг рассказывал, что с ним произошло вообще нечто необыкновенное. Он нуждался в помощи от Бога и никак не мог ее найти. И он сказал, однажды ко мне вошли просто 3 моих друга. И они сказали, ложись, мы помолимся за тебя. У тебя большие проблемы. Тебе нужна помощь от Бога. Мы не уйдем, пока твоя жизнь не изменится. Здесь и сейчас. Бог сказал нам 3. Они стали молиться за него. И он сказал, я вначале хотел, чтобы они ушли. Потом я хотел, чтобы они вообще убежали. Потом я хотел выгнать их вон. И, наконец, все то, что мне мешало, ушло из моей жизни. Насколько же они были терпеливы.
Они стояли, державшись за руки, с них тек пот. Они молились, пока моя опустошенность не ушла. Они сказали: мы не оставим тебя, пока Бог не наполнит тебя Святым Духом. Мы видели, как ты горишь. Мы видели, как ты служишь другим. Ты опустошен, ты нуждаешься в Боге, и мы будем служить тебе, пока Бог не наполнит тебя. Он сказал: я два дня потом молился в Духе Святом с говорением на иных языках. Я не мог остановиться. Слава Богу. Слава Богу за действие Святого Духа. Кто-то слышит, что Дух Святой повелевает людям делать. И последнее, что я хотел бы отметить в принятии пасторства Божьего. Знаете, примите помощь Божьих служителей. Примите. Примите. Насколько часто вы принимаете помощь от Божьих служителей? Насколько? Большинство людей вообще не хотят принимать помощь от пасторов. Вообще, они послушают проповедь, им: о, да, это интересно. Простите меня, друзья, проповедь пастора – это не спектакль. Проповедь пастора – это водительство Божье. У меня есть пастор на небе, у меня есть пастор на земле. Я просто благодарен Богу. У меня, я не чувствую себя одиноким. Я не чувствую, что я брошенная овца. Я чувствую, что у меня есть человек, который может за меня помолиться. Знаете, чаще всего мы не радостны, потому что мы решаем проблемы сами. Есть вещи, которые должен решать пастор. Есть вещи, которые должен решать Иисус. Есть вещи, которые должен решать твой земной пастор. Да благословит тебя Господь. Я перехожу к самой важной теме нашей проповеди. Что сказали ангелы? Они сказали три вещи. Первая вещь, она очень важна. Она очень важна. Посмотрите, ангел сказал: не бойтесь. Только в присутствии пастора отступает страх. У человека, у которого нет пастора, у него страх за свою жизнь и за свою будущность. Он не защищен. Иисус, видя таких людей, он видел, что они рассеяны. Пусть Бог коснется наших душ, чтобы мы не были такими. Второе, что сказал ангел: я возвещаю вам великую радость. Величайшая радость, которую приносит Бог, это Его присутствие в твоей жизни. Знаете, я праздную не Новый год, я праздную Рождество. Я счастливый человек, потому что мой пастор родился. И в моей жизни происходят великие вещи по одной единственной причине. Я должен не бояться, у меня есть пастор. Во-вторых, я должен радоваться. Я очень радостный сейчас. Я мог бы сейчас прыгать и танцевать. Я мог бы сейчас восклицать, потому что радость в Боге – сила моя. Радость в Боге – моя сила. Потому что мой пастух отдал свою жизнь за меня. Мой пастух не пожалел себя ради меня. Он сказал: не бойся. Не бойся, потому что я с тобой. Не бойся, я не оставлю и не покину тебя. Я ангелам заповедую защищать тебя на всех путях твоих. Радуйся, радуйся, потому что Он сказал: все совершилось. Он сказал: совершилось на Голгофском кресте. Тогда, когда все плакали, тогда, когда все насмехались. И знаете, что произошло? Завеса в храме разодралась. Он испустил свой дух. Тьма пришла на землю. Посмотрите, многие святые воскресли, потому что радость небесная пришла на эту землю через три дня. Потому что на третий день Иисус воскрес! Слава Богу! Я восхищен тем, что принесли ангелы. Они знали, что будет. И знаете, еще одна очень важная. Вот вам знак. Младенец. Младенец, лежащий в яслях. Я просто поражен величию Божьего провидения. Я просто восхищен. К нему пришли поклониться простые пастухи. Знаете, я простой человек, и я пришел поклониться Агнцу Божьему. Я пришел поклониться моему пастуху. Я пришел поклониться тому, и я радуюсь, потому что его Рождество приближается. Здесь нету первосвященников,
Здесь нету книжников. Здесь нету фарисеев. Здесь есть пастухи. Простые люди. Я простой человек. То, что объединяет меня с тобой. Мы простые люди. Есть более знатные. Есть более уважаемые. И то, что может объединить нас с ними, это то, что мы можем прийти и поклониться этому младенцу. 2011 год приближается от Рождества Иисуса Христа. Слава Богу! Небесный пастор пришел на эту землю. Он оставил небо ради тебя и меня. Он оставил это небо, чтобы с тобой ходить по этой земле, чтобы пройти весь путь и привести тебя на небеса. Слава Господу! И я хотел бы зажечь сейчас, друзья, эту свечу, потому что я всегда вспоминаю несколько вещей о пастырях. Первое. Иисус мой пастырь. Если вы имеете такие же воззрения, радуйтесь. Иисус ваш пастырь. Он ведет тебя. Второе. У тебя на земле должен быть пастырь, который бы вел тебя, к которому ты прибегал, к которому ты мог открывать свою жизнь. Я благословляю вас, чтобы у вас он такой был. Третье. Радуйтесь и не бойтесь. Радуйтесь и не бойтесь. И знак – это младенец. Да благословит вас Господь.